О том, какие события произошли в спортивной жизни города, смотрите в нашем коротком обзоре. Январь, солнце, жара. Тольяттинские яхтсмены собрали урожай медалей на зимних стартах в городе Сочи. Ребята соревновались в 6 классах яхт. В 3 из них тольяттинцам удалось подняться на пьедестал. Самая напряженная борьба прошла в классе «Оптимист». Федору Кривобокову удалось прийти первым, обойдя 83 лодки. Соревнования на воде проходили в Дзержинске. Там состоялся чемпионат и Кубок России по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями с участием 6 спортсменов школы «Олимп». Чемпионом страны стал тольяттинец Сергей Сухарев на дистанции 100 метров вольным стилем. Снаряд «Леди» – женская команда по регби приняла участие в международном фестивале по снежному регби в Зеленограде. Конкуренцию нашему артиллерийскому расчету составили 11 команд. В серии матчей тольяттинская команда сыграла 2 победных и 3 неудачных. По итогам соревнований девушки заняли 6 место.